Аргентинский суд наложил запрет на Uber и арестовал местных руководителей компании. Суд Буэнос-Айреса постановил, что компания перешла рамки закона и теперь должна полностью покинуть рынок страны. По словам прокурора, 9 месяцев назад руководители Uber уже получили предупреждение и требования прекратить деятельность, но не отреагировали на решение властей. В самой компании крайне возмущены таким ходом развития событий и утверждают, что власти действуют в интересах других таксопарков. Служба заказа такси Uber вышла на рынок пассажирских перевозок Аргентины в апреле прошлого года, однако власти страны практически сразу запретили работу сервиса из-за массовых протестов местных таксистов.